участники участвуют в активностях, такие как веселые старты, мыльные пузыри, лекция по семейным ценностям, игра на колоколах. Далее у нас будут 8 мастер-классов, мастерская переработки, многое другое. Лето провели в деревне, немножко по активности соскучились. Там такой размеренный отдых, купание, речка, лес. А здесь уже хочется, дети по школе, по садику соскучились, хочется чего-то интересного.